У рэгіёне працягваецца працоўная акцыя БРСМ «За справу». Сённяшнія работы прымеркавалі да сусветнага дня водных ресурсаў. Супрацоўнікі камітэта прыродных ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя і каля 50 валанцёраў руху «Добрае сэрца» правялі уборку прыбярэжнай паласы возера «Бурае балота». Наши волонтеры всегда с удовольствием приходят на помощь. И сейчас, в этот период, когда наступает весенняя пора, наши волонтеры с удовольствием вышли на территорию, чтобы убрать ее от мусора. Также эта территория очень важна тем, что 19 апреля здесь будет заложен парк семейных деревьев, где каждый желающий сможет прийти со своей семьей и посадить дерево. Дарэчы, сёлета работы па азеляненні ў нашым рэгіёне будуць больш маштабнымі, чым звычайна. Высаджваць будуць як маладыя, так і дарослыя дрэвы. У горадзе Гомелі будет высаджана свыше 10 тысяч деревьев і около 10 тысяч кустарнікаў. А всего в целом по Гомельской области планируется высадка, значит, такого количества, которое не было за последние несколько лет. Порядка 38 тысяч деревьев только в весенний период будет высажено в текущем году.